Но если ты хочешь быть самым умным в мире, тогда успей поставить лайк за 3 секунды. Считаю. Раз, два, три. Всем привет, ребятки! Меня зовут Алексис, и у нас сегодня очень крутая подборочка из 8 игрушечек. Поэтому усаживайтесь поудобнее, берите какую-то вкусняшечку, ну а я желаю вам приятного просмотра. А начинаем с игрушки Bridge Race. Нажимаем Tap to Start, и мы погнали! Короче, ребятки, смотрите, нам нужно собирать блоки... Ой, меня сбили! Блоки нашего цвета, то есть мы красные, поэтому нам нужно собирать только красные блоки. Потом с помощью этих блоков мы строим лесенку. Ну а если у нас блоков больше, чем блока у наших противников, мы их просто вот так вот можем сбивать всех. Вот смотрите, бам-бам-бам, до свидания. И также мы можем забирать уже чью-то лестницу. Вот вы видите, как мы сделали только что с синим. Мы вообще, грубо говоря, очень жестко его подставили. Он практически уже достроился до конца. Вы еще, наверное, ребятки, спросите, почему меня зовут Кулгай, а не Алексис. Но дело в том, что у меня есть еще один канал. Ссылочку я в описании, наверное, на него не оставлю, но вы можете его найти в рекомендованных каналах. Я там играю, ну, про хакер. И так получилось, что я уже сыграл, записал видео по нуб про хакеру по этой вот игрушечке. Так, у нас появился здесь противник, он тоже уже поднялся на второй этаж, мы сейчас его собьем, вот так вот, хотя мы вообще заберем его лестницу полностью. И смотрите, ребятки, это у нас получается победа, да. Неплохо, первая миссия, первая победа, я как бы доволен, вообще очень круто, и давайте будем выполнять с вами следующую миссию. О, кстати, новая локация открылась, да? Либо, чтобы открыть эту локацию, нужно было посмотреть видео. Скорее всего, что да, ребятки, нужно было посмотреть. А, нет, 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 реально новая локация. Да, круто, круто. Смотрите, какая она большая. Так, нам нужны эти блоки. Срочно собираем блоки. Так, синий. Ой, я синего не смог сбить, потому что, наверное, у него было столько же самых блоков, как и у меня. Нет, у этого синего было все-таки больше, чуточку больше блоков, ребятки. Ладно, давайте забираем тогда розового, получается. Блоки розового мы разбили. Ой, смотрите, как здесь много красных. Отличненько. Мы забираем. Мы сейчас просто уничтожим этого розового полностью. Так, все, побежали, побежали, побежали наверх. И мы, в принципе, практически лидируем, ну, наверное, мне так кажется. Давайте соберем еще вот эти вот все блоки. Может быть, даже кого-то мы сейчас собьем. Здесь вот еще есть парочка красненьких блоков, но здесь их довольно-таки мало, этих красненьких блоков, ребятки. Давай, 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 давай. И мы с вами дошли до второго этажа. Как хорошо. Мы первые, кстати, кто это сделал, кто дошел до второго этажа. О, кстати, сейчас еще синий это сделает, но, ребятки, мы, наверное, что быстрее выиграем, чем синий сюда вот доберется. А, синий уже сюда добрался. Ладно, давайте мы тогда будем их, может быть, сбивать, что ли. Вот они конкурируют между собой. А мы сейчас их взяли вообще двоих и сбили, да? Круто. Бежим наверх. Есть. И, в принципе, все. Это снова победа, ребятки. Да, мы молодцы. А сейчас мы с вами поиграем в Blob Runner 3D. Здесь произошли какие-то обновления. Поэтому мы сейчас с вами их прочекаем. Оу, я не полностью собрал всю эту слизь. Так, уворачиваемся. Ой, что это за червячок один остался? Смотрите, ребятки, что это такое? Так, у нас теперь одна нога. Сейчас у нас будет сейчас еще одна нога. Это что такое? О, подпрыгнули. Отличненько. И мы, в принципе, на финише с вами сейчас полностью превратимся в человечка. Ну, практически мы превратились в человечка. И давайте это троечки. Отлично! Умножаем наше заработанное на 3. И главный приз, к сожалению, нам не получилось с вами выбить. Но ничего страшного. У нас здесь есть, получается, еще какие-то скинчики. Да, смотрите, какие-то замечательные скинчики. Можно скин Деда Мороза купить. Давайте мы его купим. Новый год, конечно, уже давно закончился, ребятки. Но все равно. Новогоднее настроение еще присутствует. Потому что лично у нас сегодня была очень плохая погода. Да, очень холодно было. Как ни странно. Так. На одной ноге. А, уже у меня две ноги. Он ковыляет немножечко. Давай, 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 пацанчик, пацанчик. Да ёшкин кот. Смотрите, ребятки, мы просто с вами разделились на два, грубо говоря. Так, разгоняемся, еще ключик берем. И давайте мы допрыгнем до пятерочки. Отличненько. Пятерочка это лучше, чем троечка. Заработали еще 200 с вами монеток. И побежали. Сейчас будет прыжочек. Ну. Бау, неплохо, запрыгнули наверх. Давайте соберем кристаллики эти все, спрыгиваем и увеличиваемся. Сейчас мы будем просто мега жирные бойцы. В сторону, пока что мы еще не повредили себе ничего. Сейчас нам нужно еще выше, как говорится, все выше и выше и выше. Посмотрите на меня, какой я здоровый стал, ребят. Сейчас мы явно с вами, наверное, до десяточки долетим. Ну, сейчас попробуем. Ну-ну-ну-ну-ка, ну-ка, 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 пятерочка. И давай-давай, блин, чуть-чуть, ребят, вот серьезно, я бы не долетел.
долетел бы до десятки. Если бы я и дальше летел, то мне бы дали X1. Так у меня как бы X5. Окей, Lost It, это получается черный такой скинчик. Но мне цвет вообще такой нравится. Такой какой-то, знаете, пепельный цвет. Прям очень мощный. Можно взять еще шапочку эту. Оу, блин, вот и мы потеряли нашу шапку. Но ничего, она сейчас у нас восстановится. По ногам немножечко прошлись. Оу, вот это засосало, ребятки. Меня засосала опасная трясина. Так, бежим. Смотрите, какой я жирный. Ну, сейчас, наверное, тоже до десяточки нам не получится с вами долететь. Давайте максимально кристаллики будем собирать. Вот два, вот три, вот еще часть. И есть! Хватило мощности, чтобы долететь до десяточки. Ребятки, еще 400 с копейками монеток мы с вами заработали. Давайте посмотрим, что мы можем здесь с вами купить. Это только за видео. Давайте мы купим себе... О! Класс! Смотрите, яблоко на голове. Прикольно. И пройдем еще одну миссию. Вот и, блин, сбили мое яблоко. Но ничего, мы с вами очень резко восстановились. Я взял кристаллики, но потерял практически всего себя. Полностью всего потерял. Так, тут мы аккуратненько пройдем. Тут мы тоже пройдем аккуратненько. Ой, блин. Ладно, сейчас у меня уже будет настоящее тело. Мы как бы восстановили с вами, практически полностью восстановились, но мы не жирные. Да, я не знаю, куда мы долетим, но давайте хотя бы на X5, если получится. Это будет очень здорово. Да, есть X5. А сейчас мы с вами поиграем Iceman 3D, ребятки, замораживаем пацанчика, замораживаем второго пацанчика и... Так, бежим дальше, тут у нас еще есть два, которых можно заморозить. Смотрите, того мы еще не полностью заморозили, и сейчас мы их единственное еще подстрелим немножечко, пам-пам-пам. И все, миссия выполнена. Классная, кстати, игра. Я тоже в нее играл на своем третьем канале, на канале Cool Guy. Я буду, конечно, очень рад, если вы на него подпишетесь. Буду просто безумно рад, потому что, ну, как бы создал я его относительно недавно, может быть, что-то на всего несколько месяцев. И там пока что мало подписчиков, мало активности, поэтому я бы вам очень был признателен, если бы вы на него подписались. Вы его можете найти в рекомендованных каналах. Так, пацанчик... Воу, пушку на меня закинул какую-то, смотрите. Ничего себе. Так, нам нужно его тоже заморозить, ребятки, потому что он у нас какие-то пушки посылается. Смотрите, еще третий раз выстрелит или не успеет? Нет, он уже не успел выстрелить третий раз. Сейчас мы их просто вот так вот расстреляем и заработаем монеточки свои. О, и сейчас... Получается, мы, наверное, будем с боссом сражаться. Так, choose your... Выбери свое вознаграждение. Блин, это, кстати, дополнительные навыки. Может быть, мы, конечно, не сможем выбрать себе что-то. Так, замораживаем этого босяку, ребята. Смотрите, какой он быстрый. До свидания. Одна пуля его просто сломает полностью. И он рассыпался. Ну, конечно, босс такой себе, я бы вам хотел сказать. Блин, сейчас мы тоже не выиграли... Армагеддон. Ну, блин, ну печально. Этим бы Армагеддоном мы могли бы с первого раза их всех бы уничтожить. Так, замораживаем их. И вот тут еще... Ого, ничего себе, каких много здесь, ребятки. Очень много. Так, ты самый близкий, ближе ко мне. Так, потом еще того летуна мы подобьем. И вон там еще какой-то пацанчик, да? Так, пам-пам-пам. Есть. И таких сейчас мы перестреляем и заработаем наши монетки. Все, миссия выполнена. И давайте, ребятки, еще мы с вами выполним одну миссию. Мы, кстати, играем... За супермена какого-то. Супермен. Так сказал, смешно, да? Так, тут можно еще что-то поменять. Можно поменять кристаллики. Да, мы уже с вами купили себе ранее кристаллик. А также... Так, что... Ого, какое оно все дорогое, ребятки. Дорогущее, все страшно. Так, ладно, у нас уже другой кристаллик. В принципе, от этого ничего не поменялось. Так, и летуна этого нужно обязательно еще грохнуть. Вот летун это, наверное, самый бесполезный здесь боец, потому что он просто летает, ничего особо не делает. Он даже ничем не стреляет, представляете? Он такой, как бы, лошочек. Так, этих мы добиваем. И вот тут еще осталось у нас два чувачка. Все, есть... А следующая игра, в которую мы с вами поиграем, это у нас Spiral Roll. Короче, как-то так она называется, ребятки. И мы, смотрите, что делаем. Мы вычесываем, как бы, такие вот кружочки из дерева. И запускаем их вот туда, куда-то далеко. Это какие-то бонусы вот мы выбили. Так, аккуратненько тут нужно проходить. Блин, к сожалению, не все монетки мы с вами подобрали. А ну-ка, в кольцо попадем. Ну, хоть одним. Блин, ни одним не попал. Так, и как можно дальше закидываем эту вот плюшечку на двоечку, и все. Но у нас открылась сразу следующая локация. Итак, золото мы можем с вами, получается, вот так вот делать. Там еще есть какие-то такие блоки
железные, скорее всего. Железные блоки, конечно, нельзя так делать. Я бы сломал бы свою вот эту вот... Свое вот это вот лезвие. Бам! Закинули нож. Смотрите, еще круг делаем. Смотрите, какой громадный круг. Ёшкин кот, я просто в шоке. Запускаем и делаем еще вот так вот. Ну, как можно выше... А ну, до скольки поднялось? До 35. А можно было и до 100 сделать. Постараться. Давайте мы сейчас постараемся до 100. Так, заталкиваем это... Сюда вот есть, попали в двадцаточку, отличненько. Сейчас мы попали еще по двадцаточке, неплохо, неплохо, неплохо. Это мы разбиваем полностью. Да, я, конечно, уже профессионал, ребятки, в этой вот игре, вот серьезно. Очень профессионал, сейчас мы эти блоки разобьем на изи. Так, отлично, вот больше всего не люблю, конечно, дерево вот такое вот, потому что я сюда врезался в это дерево, смотрите, оп. Вот, нужно маленькую здесь такую штучку делать, и она сейчас на 50-очку. Ребят, максимально высоко подняли ту планочку с вами, да? Так, аккуратненько, потому что тут можно было врезаться. Опа, все монетки собрали, отличненько. Так, теперь давайте мы сделаем небольшие колечки. Ну-ка, есть, в одно колечко попали. Супер-мега круто. Теперь, смотрите, какое здоровое кольцо. Разбили это все дело. Еще такое же самое кольцо сейчас мы запустим. А нет, это кольцо еще больше, ребят, посмотрите. Просто громадное. Открываем его и вот так вот. Хопа. Ну-ка, 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 ну-ка. Как мы, ребятки, с вами подтолкнули это все дело до 50-очки. Блин, к сожалению, до сотки немножечко не хватило. И давайте тогда выполним с вами еще одну миссию. Разбиваем эту стену. Теперь то дерево, которое я не люблю. Мы проходим. И сейчас мы должны разбить снова стену вот этим вот большим кругом. Мы это сделали. Я еще люблю, когда здесь все ускоряется. Мне очень сильно нравится. Ну, конечно, вы смотрите, это в кольцо не попадет. Там нужно было маленькое сделать кольцо, чтобы оно попало в другое кольцо. И мега есть, мега приз мы с вами выбили. Ладно, ребят, давайте будем открывать тогда другую крутую игрушку. И это у нас Imposter Merch. Ребят, смотрите, у нас уже 64 миллиона есть. И давайте мы сразу прокачаем наших импостериков. И вот эти вот все желтые, они автоматически прокачаются до Wizardow. Окей, и теперь Wizardy у нас спамнятся. Смотрите, мы с вами сейчас сделаем себе новое какое-то... нового бойца. Давайте мы сейчас этих объединим. Теперь вот этих вот объединяем. И вот, видите, смотрите, сейчас у нас будет новый боец. Они, кстати, нам миллион приносят в секунду, да, смотрите. Оп, да, реально очень много денег они нам приносят. Это новый боец, который называется Клоун, да, уже 12 уровень, неплохо. Мы можем еще с вами прокачать скорость за 15 миллионов. И давайте еще прокачаем заработок. Вот просто у нас уже сейчас будет уровень 8 пройден. И мы сейчас заработаем с вами несколько миллионов. Так, давайте мы отправимся в бой. За бой нам, смотрите, дали 117 миллионов. Так, нужно просто быстренько по экрану коцать. Еще мы заработали немножечко миллионов. Так, а здесь мы, к сожалению, проиграли. Окей, 300 миллионов. Смотрите, сейчас наши визарды прокачаются еще раз. И, блин, ну мы реально очень много денег зарабатываем, ребятки. Очень много. Давайте прокачаем еще скорость. Объединяем этих пацанчиков. Объединяем. И сейчас у нас будет что-то новое. Какой-то новый боец. А ну-ка, 13-й. Воу, боксер, боксер. Level up, 211 миллионов. Ребят, мы с вами заработали, представляете? Но нам нужно, ого, 700 миллионов, чтобы прокачать еще уровень. Давайте мы тогда будем прокачивать заработок и скорость. Все отлично. Смотрите, этот приносит 10 миллионов, эти приносят по 600 тысяч. Круто, очень круто. Ну, я думаю, что нам получится, ребятки, с вами еще одну эволюцию сегодня поднять. Будем очень сильно на это надеяться. Кликать я здесь больше никуда не могу. Нам остается просто вот так вот ждать, объединять их. Так, do you like this game? Да, я люблю эту игру, но... так, что это такое? А, ребят, посмотрите, сколько здесь вообще будет этих импостеров. 215. Серьезно, ну это реально очень много. Вот что мне с ними делать, с этими бойцами? Так, один клоун у нас есть. Нам нужно два клоуна, чтобы получился боксер. И мы сами объединили как бы их. Но нам нужны денежки, ребятки. Нам очень нужны денежки. Поэтому мы не будем вот это вот пока что сами профит тратить. И на спид мы тоже не будем тратить деньги. Мы сами будем тратить деньги только чтобы прокачать бойцов. И все, ну ничего. Сейчас еще немножечко там осталось. Совсем чуточку, капелечка. И у нас будет level up. Это еще несколько миллионов. 200 миллионов, отлично. И что там по деньгам у нас получается? Есть! Все, мы прокачали с вами бойца. И теперь смотрите.
Та-дам, та-дам, и новая эволюция, это какой-то панк. И сколько он нам будет приносить? 33 миллиона, неплохо. А сейчас мы с вами поиграем Hill of Steel 2, ребятки. И наши союзники уже напали на вот этих вот чувачков. А, погодите, это просто боты? А, да, ребят, это просто боты. Так, отстреливаемся, отстреливаемся, ультуем. Смотрите. У нас ульта, в принципе, какая? О, мы еще с каким-то роботом играем. Прикольно. Здесь главное, ребятки, чтобы эти роботы не дошли до конца. Если они дойдут до конца, мы тогда проиграем. Так, еще раз ультуем. Бум! Взрыв. И пока что мы здесь лидеры, ребят. Так, мы их немножечко отбили, поэтому побежали. Очень, ну, как бы поехали очень быстренько наперед. Едем, едем, едем. И сейчас будем отстреливаться. Так, вот уже эти танки уже помощнее. Бум! Отлично. Вот это мы накрыли. Еще разок. Бум! Так, ну мы, блин, своей ультой как бы не сильно и попали по ним, я хочу вам сказать. А танки уже эти помощнее чуточку будут. Реально мощнее. И нас еще пока что ни разу не грохнули. Это очень хорошо. Ну, а мы потихонечку отбиваемся. Очень хорошо то, что у нас еще здесь здоровье восстанавливается. А где третий пацанчик? Я не понял. Он что, прям под вратами стоит, да? Особо нас не защищает никак. Так, еще два бойца осталось. И ультуем. Быстренько их. Все, есть. Отлично. Мы их ультанули. Ребят, нас еще ни разу не уничтожили. А играем мы, как бы, у нас союзники люди. А сейчас нападают на нас боты. То есть, о, это Катюши. Это уже Катюша, ребятки, смотрите. Бам, отлично, накрыли. Блин, первый раз мы проиграли. Вот капец. А так я держал, в принципе, а, даже после смерти у меня вот такая вот получается, как бы, награда. Прикольно, мне нравится. Так, давай еще раз ультанем. 800 урона наносит наша ульта. Так, еще ульта. Бум, класс, вообще мы их просто накрываем всех. Блин, второй раз, конечно, меня грохнули, ну понятно, потому что это уже все-таки третья волна, ребят. Не так-то просто нам здесь выжить с вами в третьей волне. Все, четвертая волна, а что это за танк такой интересный? Это какой-то новый танк, я раньше их не видел. Опа, ну давайте, идите сюда. О, это какие-то тягачи или что это такое? Да, это что-то тяжелое, ребят, на нас едет. А, огнеметы, вот что это такое. То есть это дальники, ой, ближники, ребят. Это очень хорошо, что это ближники, потому что, ну, с ближниками намного легче сражаться, чем с дальниками. Они как бы здоровья у них побольше, но и, получается, медленные они, и стреляют они не очень-то далеко. Так, последнего добиваем. Все, есть, мы снова выжили. А сколько вообще здесь волн есть? Вот серьезно, пятая волна. Наверное, что пятая волна это самая жесткая волна, которая есть здесь. Ну, посмотрим. Ого, а это уже дальники, ребят. Это уже плохо, что это дальники. Так, получайте. Опа, двоих мы практически уничтожили. Давайте мы не будем с вами прям наперед нападать. Пусть наши союзники нападают. Так, еще разочек. Опа. Блин, здесь мне нравится этот танк, что у него здесь есть ульта, ребят. Ульта у него довольно-таки хорошая такая. О, и это босяка идет на нас. Так, ну-ка, лови босс ульту, лови еще одну ульту. Так, есть. Мы сейчас его просто добьем, этого босса. Так, еще раз ульта, ребят, смотрите. Мы просто ультами его мочим. Так, он уже к нам подъехал. В принципе, впритык подъехал. Так, давай, на, получай. Да, блин, ёшкин кот. Шестая волна сейчас уже будет, ребят, представляете? Мы еще этого танка не можем грохнуть. Я просто в шоке, какой он мощный. Смотрите, стреляем, стреляем его. И, наконец-то, мы его разбили. Короче, ребят, наверное, что долго очень так нужно играть. Поэтому я, наверное, буду закрывать все-таки эту игрушечку. И открываем следующую. А сейчас мы с вами поиграем в Бравл Старс. Здесь появился какой-то прикольный режим, который называется нокаут. И, ну, пускай будет вольт, ребятки. Поиграем с вами за вольта в этот вот режим. Посмотрим, что это вообще такое. Здесь 6 бойцов. Да, кстати, Бравл Старс, ребят, обновился. 6 на 6. Посмотрим, что это за такой новенький режимчик. Ну, у нас, в принципе, неплохие бойцы, я хочу вам сказать. Даже очень неплохие. И давайте мы, наверное, идем в портал, что ли. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, мы их размочили и... Блин. Единственное, что меня грохнули, да. Меня грохнули, победа... А, победа нокаутом, ничего себе. То есть здесь мы не этот, мы не спамнимся, да, заново. Я понял, то есть тут у нас только одна жизнь. Так, давай-давай-давай, появляемся, ребятки. И вот тут вот у нас есть еще один пацанчик. Так, нам нужно восстановиться срочно. Була этого мы сейчас постараемся как-то добить, что ли. Давай-давай-давай-давай. Так, он телепортировался, да? Или его все-таки добили? Там последняя нита осталась, ребят, и все. Так, давай, добивайте эту ниту. Матч окончен, победа нокаутом. Мы второй раз выиграли. А, прикольно, вообще классный режим. То есть, если вы проигрываете, все, возродиться нельзя. Классно, мне нравится. Давайте мы тогда поменяем бойца на кого-то другого. Так, что у нас есть такое прикольненькое? Ну, давайте мы выберем, например, так, Нани. Да, тоже классный боец, мне кажется, для этого режима. У нее очень сильный дальний удар, дальний выстрел.
Так, посмотрим, какие у нас бойцы. О, ну... Ну, у нас сегодня, конечно, такие вот бойцы. Не очень, я бы даже так сказал. Так, давайте мы будем, знаете, что делать, ребятки? Нападать мы просто так не будем, потому что у нас реально очень мало здоровья. Так, пока что отступаем. Что там, еще никто не погиб? Так, пока еще никто, ребятки, не погиб. О, Эль Примо! Смотрите, он хочет нас обойти, да? Так, ну давай, мы его добьем уже. Давай, 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 добиваем этого Эль Примо. Еще разочек, блин, по нему попасть, и все, мы бы его бы затолочили, как говорится. Так, никто не хочет подставляться, видите, ребятки, никто не хочет подставляться. Так, здоровится, ты будешь восстанавливаться у нас или нет? Так, кто-то в засаде тут сидит? Нет, пока в засаде никого нету. Так, ну уже, ёшкин кот Макарёк, ты чё, истратил свою ульту? Зазря? Есть, одного грохнули, одного мы у них грохнули, сейчас мы Тика еще добьем, я думаю. И все. Так, нашего тоже одного, кстати, грохнули, ребятки. Печально, очень печально. И сейчас, получается, ничья, да, будет. Так, раунд окончен, ничья. А, нет, мы выиграли, потому что мы все-таки двоих там добили у них. Так, хорошо. Пока, ребятки, не нападаем, отбиваемся издалека. Вот так вот, опа, опа, опа. Есть, мы сразу коцнули одного. Так, Эль Примо нападает, так, ультуем. На, блин, я, конечно, ультанул. Но, к сожалению, ребятки, это было довольно-таки поздно. И, скорее всего, один Тик тут проиграет. Да, во втором раунде мы проиграем. Это 100%. Все, 2 на 2, и сейчас будет, наверное, третий раунд. Да, посмотрим, кто в третьем раунде выиграет. Я, конечно, ребятки, надеюсь, то, что это будем мы. Очень сильно на это я надеюсь. Так, отступаем. У нас такие, конечно, слабенькие бойцы. Так, Эль Примо мы давайте вот так вот добьем. Давай, 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 еще разочек, пожалуйста, помогите. Помогите, стрельните в него чем-то, пожалуйста, чем угодно. Чем угодно, просто вот так вот, один выстрел, и все. Блин, меня добили, а Эль Примо сидит в засаде вот здесь вот. Он там восстанавливался. Сейчас есть вероятность, что мы проиграем. Да, скорее всего, что, ребятки, во второй карточке мы проиграем. Потому что, ну, у нас такие бойцы не очень. Ну, и у них, конечно, были бойцы не очень, но все равно. Все, их окружили, остался один пацан, и матч окончен. Ну, ничего, раз выиграли, раз проиграли, зато мы с вами посмотрели то, что в Роблоксе появился... Ой, в Роблоксе, говорю, в Бравл Старсе появился прикольненький новенький режимчик. Обязательно заходите и играйте. Ну, а на этом, ребятки, будем Бравл Старс закрывать, давайте будем открывать другую игру. Ну, а сейчас мы с вами поиграем в Локи Крафт. Продолжаем наше замечательное выживание. Я помню то, что я нашел вот эту вот пещеру, начался, кстати, дождь, и я, ребятки, хотел, ну, как бы спуститься сюда, там, залутать, посмотреть, что там есть такое интересное. Интересно, у нас, кстати, дожаривается мясо. Нам срочно нужно перекусить, потому что, ну, посмотрите, сколько у меня еды. У меня реально было очень мало еды, и я прям съем 3 куска мяса. Ребят, практически все мясо, которое у нас было, я съел. Окейушки, нам еще не мешало, конечно, бы скрафтить факела. Если мы это, конечно, можем сделать. Конечно, мы это можем сделать. Все. И вот теперь можно, ребятки, смело лезть в пещеру. Давайте мы выберем так вот факела. Все, отличненько. Я надеюсь, что будет какое-то там железо найдется. Ну что ж, давайте тогда спускаться потихонечку. Пока что я ничего здесь не вижу. Опа, отлично. Тут у нас уголечек. И давайте мы пока что добудем этот уголечек. Там, где уголь, там и железо, возможно. Ну, мне бы, конечно, железную кирочку скрафтить, ребятки. И потом железной киркой. Ой, как классно все добывается. Просто по красоте. Так, 6 факелов у нас всего-то навсего. Вот я вижу, ребята, еще уголь. А железо я не вижу здесь нигде, к сожалению. Так, это что такое? Это уже, наверное, выход какой-то? Нет, это вообще тупик. Неудачная пещера. Нам придется тогда возвращаться обратно. Единственное, что здесь есть, это опыт. Ого, класс. А, это опыт от железа остался. Точнее, от угля. И вот есть еще несколько блоков, ребятки, уголька. Раз мы уже с вами сюда спустились, давайте мы уже его добудем. Потому что, ну, я потратил как бы на это на все свои факела. И мне хотелось бы хоть как-то это все дело окупить, как говорится, немножечко хотя бы. Так, забираем этот весь уголечек, забираем. Ой, еще какие-то блоки попадали сверху. Вот, блин. Вот это непруха такая. Так, и... Ну, ладно, короче, давайте будем тогда выходить отсюда, потому что уже... Ночь сейчас будет, ночь, может быть, уже и настала. А нет, это просто из-за такой плохой погоды, кажется, что уже как будто ночь. Собираем наш лагерь и идем где-то дальше. Идем куда-то прямо. Так, куда-то мы пришли вообще, ребят. Что это за местность такая странная? И, кстати, курочка, здравствуйте. Извините, пожалуйста, что мне пришлось вас уничтожить, но еды у меня здесь практически нету. А, я вспомнил то, что, ребят, мы с вами доплыли до вот этого вот острова, потому что... Мы сюда приплыли на лодке, она где-то вот там находится. Понятное дело, что я возвращаться уже не буду. Будем идти с вами только вперед, как говорится. И ни шагу назад.
Да, туда уже мы не вернемся. Идем, где-то, ребятки, будем искать какую-то другую пещеру. О, кстати, острова закончились. Отлично, как же хорошо. Потому что мне не очень сильно нравилось, конечно, на лодочке там плыть и все такое. В идеале, конечно, если бы мы сейчас нашли какую-то деревню. В Локи Крафте, ребята, тоже есть деревни. О, барашки. Или мне показалось, или реально барашка прыгнула в воду. Ладно, ладно, сейчас мы их, ребятки, уничтожим с вами, потому что нам нужна мясушка. Идите сюда, мои хорошенькие. Но вам все равно здесь хана, вы уже здесь не выживете по-любому, потому что в воде барашки себя очень плохо ведут. Так, все, этих мы уничтожили. Интересно, а в Локи Крафте есть волки или нет? Потому что, ну, я их, ребятки, никогда здесь не видел, если честно, волков. Именно в Локи Крафте. Потому что есть там Primal Craft, есть еще Mini World, и есть еще очень много подобных игр, которые очень сильно похожи на Майнкрафт. Кстати, ребята, у меня есть еще один канал, который называется Alexis. Просто Alexis по-русски большими буквами. И на нем я играю исключительно Майнкрафт. Поэтому, если вам нравится эта замечательная игра, если вам нравится смотреть только Майнкрафт, то можете смело на него подписаться. Ой, у этой коровочки теленочек. Поэтому, сорянчик, что я ударил твою маму, я не хотел этого делать. Ребятки, на этом свое видео я буду заканчивать. Но если оно вам понравилось, то обязательно подписывайтесь на мой канал, так как на моем канале видосики выходят каждый день. Даже если вам не пришло уведомление, что у меня новое видео, вы можете просто перейти на мой канал и порадовать себя новеньким видосиком. Ну а на этом все. С вами был я, Алексис. Всем удачи и пока.